Привет, с вами Ирина. Сегодня я буду распаковывать посылочку с орхидейкой. Не утерпела, заказала. У меня уже была такая раскрасотка, и я нашла опять цветущий экземплярчик и думаю, ну была бы не была, закажу еще, потому что свою я кое-куда уже делаю. Потом расскажу. Итак, давайте распакуем. Ну что ж, поехали. Будем потихонечку распаковывать. Продавец написал осторожно. Хрупкая. Указал, где верх, а где низ. Смотрите, какая система упаковки интересная. Ого! Класс! Сейчас я вам приближу. Это выглядит вот так вот полностью. Вот такая вот конструкция, орхидея цветущая, поэтому продавец очень-очень постарался, чтобы ничего не помялось. Ну, буду распаковывать дальше, смотрите. Вот такой вот тубус огромный у меня получился. Сейчас я его ставлю вот так вот. Вот так это выглядит. Еще такой упаковки у нас не было. Да, Алина? Интересно, упаковали? Ну, давай, прицепим. Аккуратно, аккуратно. Там все на скотче. Очень аккуратно. О, класс, все листочки целые. Ой, я как красивенько. И цветочки целые. Сразу нюхаю и узнаю знакомый аромат. В общем, вы узнали, это Белара. У меня был уже такой кустик. Белара? Да, Белара. Такие духи. Да, у нас, кстати, есть такие духи. Вот. О, давай сравним аромат. Такой вот этот цвет. В общем, у меня был, рассказываю, у меня был кустик моей Белары. Он был в хорошем состоянии. Было два новых роста, но она у меня очень долго сидит. Сидит. Эти у меня новые роста очень долго росли на одном месте. Мне это надоело, потому что мне очень хотелось цветения. Я свою Белару обменяла на другую орхидею. Но я встретила на интернете опять цветущий вариант и думаю, бульбочки отличные и вообще отличная камбрия. Она мне очень нравится своим ароматом и окрасом. Как же устоять, чтобы не обрести себе цветущий экземплярчик опять? Вот. Так что не удержалась, девчонки, и купила опять себе Белару. Посчитай бульбу, переверни-ка. Ага. Ну, вот такие вот две бульбочки. Замечательные. Так что попытка номер два. Наконец-то у меня есть цветущая камбрия. Так что вот такие вот дела. Две налитые бульбочки.
В этот раз я не буду спешить ее пересаживать, пусть цветет. Вот. Сидит она в мелкой-мелкой коре. Сверху немножко мох, но меня это не смущает абсолютно. Ну, вот такая была орхидейка. Опять у меня есть Белара, чему я очень-очень рада. Очень высокий цветонос, очень. Предыдущая у меня была на коротеньком цветоносе, я очень пышно цвела на два цветоноса. Это на один цветонос, который очень-очень высокий. Все, всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!